Добрый день, друзья! Приглашаю вас в бизнес-школу RMA на круглый стол под названием «Чемпионат мира 2018. История успеха», на котором выступят многие люди, выпускники бизнес-школы, которые поучаствовали в этом замечательном событии, которое было этим летом в России, во главе со старшим тренером сборной Мирославом Ромащенко. Я же, Игорь Робинер, обозреватель газеты «Спортэкспресс», представлю вам на этом круглом столе свою книгу, которая только что вышла в свет, под названием «Сборная 2018. Чемпионы наших сердец». Приходите на круглый стол, получите много полезнейшей информации и много удовольствия.